Ребят, я всех снова рад приветствовать вас после долгого перерыва и желаю вам приятного просмотра. Произошел очередной слив инфы по серии Resident Evil. Как многие уже знают, 30 сентября будет проходить событие под названием Tokyo Game Show в 16:00 по московскому времени. Я так понимаю, что не все игроки остались довольны ремейком Resident Evil 3. По слухам, могут представить обновленное издание с дополнительным контентом. Предполагается, что новое издание получит название Resident Evil 3 Nemesis Edition. Будет доступна стандартная и Deluxe версия. По информации, в игру добавят трассировку лучей, 60 кадров в секунду на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X, новые локации, врагов, катсцены, переработанный искусственный интеллект Немезиса, улучшенная графика. А по утверждению автора этого поста, это должно стать сюрпризом на Tokyo Game Show 2021. Стоит отметить, что обложка предполагаемой игры могла быть взята с прошлогоднего выпуска Famitsu. Меня лично интересует вопрос, у обладателей этой игры будет скидка на дополнение, или Capcom в край оборзеет и впарит нам, поклонникам серии, эту обнову по фулл прайсу? Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. Кстати, ценник на издание вы можете увидеть на своих экранах. Также в сети гуляет скрин с описанием того, что будет на Tokyo Game Show. Конференция начнется с представлением этой конфы от Capcom. Далее нам анонсируют тизер-трейлер DLC Resident Evil Village длительностью аж 7 минут. Здесь сейчас вылетит подсказка с видео о моих предположениях по поводу сюжета DLC. Следом нас ждет финальный трейлер Resident Evil Reverse и дата его выхода. После этого, скорее всего, будет какая-то информация о товарах Resident Evil. Мыло, духи, шмотки, кружки и все в этом роде. Также нас ждет эксклюзивное видео о фильме под названием Resident Evil «Добро пожаловать в Raccoon City». И в завершении нам покажут специальное анонсирующее видео, приуроченное к 25-летию серии Resident Evil. Длительность отдельного элемента шоу вы можете увидеть на данном скрине. Я же, в свою очередь, хочу пригласить вас на стрим этого события на нашем канале. Анонс вы можете увидеть в предстоящих трансляциях. Приходите, посмотрим, что приготовили для нас Capcom. Обсудим, пообщаемся. Хочу попросить вас поддержать мое возвращение после длительного перерыва лайком, подпиской, ну и лупаните в бубенчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.